Правило Майера Ротшильда: кто владеет информацией, тот владеет миром. Подлинная причина начала Первой мировой войны. Если бы не Первая мировая война, США никогда бы не стали такой державой. Как сколотила миллиарды богатейшая семья мира. Организовывал рейдерские захваты и занимался рэкетерством нефтяных складов в Техасе. В 16 лет Рокфеллер окончил бухгалтерские курсы и уехал в Кливленд. Получил место помощника бухгалтера. Этот день он запомнит навсегда и будет отмечать как второй день рождения. Он приходил на работу в 6:30 утра и уходил в 11 вечера. Джон не пил кофе, не пил алкоголь, не курил, не ходил на танцы и даже в театр. Экономил каждый цент. За 3 года работы бухгалтером Рокфеллер накопил $4000. Он стал компаньоном в фирме, которая торговала сеном, зерном и мясом, и вложил в нее свои сбережения. Официальная биография будущего миллиардера гласит, что когда в конце 19 века в США началась гражданская война, Рокфеллер, как настоящий патриот, почти бесплатно поставлял продовольствие в войска. Но вы сильно удивитесь, когда узнаете подлинную историю. Любая война – это всегда именины сердца для любого ростовщика. Потому что деньги даются на любых условиях воюющим сторонам. И воюющие стороны особенно не торгуются. Война требует огромных денег. Поэтому каждый, кто подкидывает в нее дрова, топливо, оружие, продовольствие, делает на этом целое состояние. Не исключением был и Джон Рокфеллер. За несколько лет гражданской войны он заработал $50 000. В нынешних деньгах это несколько миллионов. Но эта сумма явно не соответствовала масштабу его амбиций. Это мультимиллиардер Натан Ротшильд. Ему 41 год. Он летает на персональном реактивном самолете, при этом возит с собой тренажерный зал и 2 личных массажистов. Ротшильд ведет свой бизнес по всему миру, от Сибири до Вашингтона, и редко проводит больше 4 дней на одном месте. Поэтому для своего удобства миллиардер приобретает квартиры площадью не менее 300 квадратных метров в престижных районах таких городов, как Москва, Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон. Каждый из квартир занимает 2-3 этажа. Самая современная техника с голосовым управлением, серебряная посуда и оранжерея, за которой ухаживает садовник. В каждом городе у Ротшильда свой автопарк, в который входят автомобили, сделанные для него на заказ. Бугатти, Порше, Феррари, Мерседес и гоночные мотоциклы с фамильным гербом семьи, ярко-красным щитом. Официально его состояние составляет всего $500 миллиардов. Однако, по данным авторитетной британской еженедельной газеты Observer, основная его часть находится в швейцарских банках и достигает $64 миллиардов. Это ничтожная сумма для самого богатого человека планеты. И реальная стоимость барона Ротшильда составляет примерно $16 триллионов. То есть сумма, сопоставимая с государственным долгом Соединенных Штатов Америки. Так что барон Ротшильд может оплатить госдолг США, у него еще немножечко останется на жизнь. Трудно поверить, но будущего миллиардера однокурсники по Итонскому колледжу считали неряшливым и непредсказуемым бунтарем. Натан Ротшильд был членом университетского клуба «Буллингтон», который имел славу компании алкоголиков и дебоширов. Кстати, в этом же клубе когда-то состоял и Дэвид Кэмерон, нынешний премьер-министр Великобритании. Нат пил и гулял ночи напролет, а потом спал на лекциях в той же самой одежде, чем приводил в бешенство учителей. А однажды Ротшильд столкнул с холма кабинку общественного туалета в тот момент, когда его друг справлял в ней нужду. Седовласые профессора не раз ставили вопрос о его исключении, но директор пресекал все подобные попытки. Ведь папа Ротшильда был главным спонсором колледжа и имел большие связи в королевской семье Великобритании. Самый завидный жених мира. Холостой Натан Ротшильд пользуется у женщин прям-таки невообразимой популярностью и славой труднодоступного мужчины. Это британская модель Аннабель Нельсон, его первая жена, и первый и последний в жизни Натана неразумный поступок. Джейкоб Ротшильд, отец Нета, узнал об этом браке из газет, пришел в ужас и немедленно велел сыну развестись. В 97 году Ротшильда словно подменили. Он начал слушаться отца, развелся с женой, отказался от буйных вечеринок и алкоголя, стал прилежно посещать синагогу. Интересно, что в этом же году повесился двоюродный брат Натана Амшель. А вскоре и другой кузен, 23-летний Рафаэль Ротшильд, умер на Манхэттене от передозировки наркотиков. Злые языки шептались, что эти показатели
окончательной смерти более всего были выгодны Джейкобу Ротшильду-старшему, которому надоело наблюдать за тем, как его молодые родственники позорят честь семьи и транжирят его деньги. Интересно, что после расставания с британской моделью Натан Ротшильд жениться не торопится. Его иногда видят в компании красивейших женщин мира, чаще всего брюнеток. Но дальше легких интрижек дело не заходит. Последняя подруга, которую приписывают Нету журналисты, американская актриса Натали Портман. Впрочем, оба, и миллиардер, и красавица, категорически отрицают близкие отношения. В 2012 году мир облетела новость. 76-летний Джейкоб Ротшильд уходит от дел. Финансовое и политическое закулисье шепчется. Трон уже передан новому королю, сыну Джейкоба Натану. Отныне он самый богатый и самый влиятельный человек мира. Поспорить с ним за мировое могущество может только один человек. 96-летний Дэвид Рокфеллер. Интересно, что, несмотря на все таланты Натана Ротшильда, большую часть своего богатства он заработал не сам, а получил в наследство, как и Дэвид Рокфеллер. История клана Ротшильдов насчитывает уже 250 лет. В основе каждого большого состояния лежит преступление. Семья Ротшильдов быстро богатела. Принц верил Майеру безгранично, несмотря на неоднократные доносы придворных о воровстве главного казначея. Непрерывные войны в Европе мешали расширению банковского дела. Но Майер Ротшильд решил и эту проблему. Он отправил своих 5 сыновей в 5 крупнейших городов. Париж, Лондон, Вену, Неаполь и Франкфурт на Майне. В каждом городе был открыт семейный банк, что позволило Ротшильдам построить первую в мире многонациональную корпорацию. 5 стрел, которые изображены на семейном гербе Ротшильдов, символизируют 5 сыновей Майера. Война с Наполеоном стала еще одним прибыльным бизнес-мероприятием для Ротшильдов. Значительная часть его капитала была вложена именно в английские государственные ценные бумаги. И, естественно, когда назревала судьбоносная битва с Наполеоном, в случае поражения коалиции антинаполеоновской, стоимость британских финансовых бумаг, она, ну, рисковала просто упасть ниже плинтуса. Мало кто знает, что за исходом битвы при Ватерлоу следила разведка Ротшильдов. Глава семьи стал первым человеком в Европе, кто узнал о поражении Наполеона. И безо всяких объяснений начал продавать английские государственные ценные бумаги. На лондонской бирже это вызвало настоящую панику. Все решили, что Наполеон победил, и тоже начали лихорадочно избавляться от акций. Агенты Ротшильда скупали ценные бумаги за бесценок. Только к вечеру стало известно, что Наполеон разбит. Бумаги взлетели в цене в 10 раз, а вместе с ними и состояние клана Ротшильдов. Они стали самой богатой семьей в Европе, заработав за один день гигантскую по тем временам сумму – 40 миллионов фунтов стерлингов. Это одна из крупнейших в мире компаний – немецкий металлургический концерн ThyssenKrupp. Его ежегодный оборот приближается к 60 миллиардам долларов, а чистая прибыль – больше 1 миллиарда. Мало кто знает, что последний из династии Круппов, Альфрид, был близким соратником Адольфа Гитлера. В годы Второй мировой он координировал работу всех военно-промышленных заводов в Германии и оккупированных странах. Круппы, впрочем, как и все остальные немецкие промышленники, они не имели перспективы развития. Поэтому все, конечно, было поставлено на нацистскую партию, на Гитлера. Гитлер давал военные заказы, Гитлер отлаживал военную машину, Гитлер должен был запустить все это производство, которое приносит большие деньги. Знаменитые «Тигры» и «Пантеры» немецкой армии были произведены на заводах Круппа. Именно этот человек оснастил войска вермахта по последнему слову техники. Но основы этой оружейной империи были заложены за 100 лет до Второй мировой войны прадедом последнего из Круппов. В начале 19 века Круппы были практически никем. Это была небольшая мастерская, которая составляла всего 7 человек. И, в общем-то, они находились на грани банкротства. Как же эта маленькая мастерская стала крупнейшей металлургической империей мира? В 1833 году над Европой шел сильнейший звездопад. Многие решили, что конец света близок, и по дешевке распродавали имущество. Тогда молодой Крупп убедил мать влезть в еще большие долги, чтобы купить резко подешевевшие земли и собственность. Конец света, как водится, не случился,
И Альфред охотно продал горожанам их ценные вещи, землю и недвижимость по 10-кратной цене. Так был создан начальный капитал, на котором впоследствии выросла могущественная империя Крупов. С помощью первого крупного капитала Круп смог расширить производство. Поначалу он выпускал колеса для железнодорожных поездов. Но страсть к оружию была у него в крови, и вскоре Альфред начал изобретать новые образцы пушек и винтовок. Первая мировая война окончательно сняла все проблемы семьи Крупов. Бизнес был обеспечен на многие годы вперед и позволил сказочно заработать. Вторая мировая помогла им получить контроль над военной промышленностью всей Германии и захваченных стран. Так же, как о Крупе, можно сказать от очень хорошо известном всем бренде, скажем так, Хьюго Босс. Был Хьюго Босс. Обыкновенный маленький портной. Получил разработку на дизайн формы для гитлеровской армии. Знаменитая форма СС – это форма Хьюго Босса. И эта форма дала ему толчок, на которой сейчас стоит фабрика Хьюго Босс. И ничего не изменилось, и то, что он шил нацистскую форму, не помешало ему теперь быть Хьюго Боссом, одним из ведущих дизайнеров и модельеров одежды. Пока Альфред Круп строил свою оружейную империю в Европе, на другом конце света Джон Рокфеллер достраивал нефтяную. Он разорял своих конкурентов одного за другим, а их бизнес делал частью своего. Рокфеллер понял, что если получить контроль над железными дорогами, то за счет высоких цен на свои услуги можно разорять конкурентов. Перевозка нефти по его железной дороге в Кливленде съедала всю прибыль от ее добычи, и нефтяные компании разорялись. Он покупал первую железную дорогу, потом устанавливал на ней демпинговые цены на перевозку нефти. Соседние железнодорожные компании начинали разоряться. Он их скупал, доводил до того, что становился монополистом. После этого резко задирал цены. Стоило Рокфеллеру получить хотя бы небольшую долю в каком-то предприятии, он попросту выдавливал его хозяина из бизнеса. Владелец даже не успевал понять, что уже не он принимает решение. Если этого не происходило, и люди проявляли упорство, значит, нанимались бандиты. И этих людей или напрямую убивали, или начинали прессовать, убивая их родственников. Действуя так по всей Америке, Рокфеллер возьмет под контроль 95% всей нефтедобычи и создаст компанию Standard Oil. За манеру ведения бизнеса, хитрость и беспринципность его прозовут Мефистофелем из Кливленда. Даже рабочие, которым он платил неплохую зарплату, пугали своих детей словами: «Не плачь, а то тебя заберет Джон Рокфеллер». Не сами эти деньги его интересовали, его интересовал сам процесс. И в первую очередь вот этот спокойный, респектабельный джентльмен ходил просто в неистовую, неописуемую радость именно от того, когда ему удавалось обмануть кого-то из своих партнеров. Но не все давалось Рокфеллеру так просто. Он сказочно богател с каждым днем, но в 1911 году Верховный суд США предписал разделить Standard Oil на 34 независимые компании. Казалось бы, империя, которую с таким трудом и жертвами строил Рокфеллер, развалилась. Однако цена этих компаний так подскочила, что Рокфеллер, формально проиграв дело, удвоил свое состояние. Миллионер лишь смеялся над решением властей. Промышленный шпионаж, разорение конкурентов и увольнение тысяч рабочих ради экономии. Всему этому наш мир научил Джон Рокфеллер. Он любил повторять: «Мне не нужен думающий народ, мне нужен работающий народ». Рокфеллер был первым, кто в таких масштабах использовал подкуп депутатов, губернаторов, прокуроров. Вот. Рокфеллер был одним из первых людей, которые, скажем, активно покупали президентов. В начале 20 века Джона Рокфеллера признали самым богатым человеком планеты. Его монополию называли одновременно величайшей и самой бесчеловечной из всех когда-либо существовавших. Одна лишь Standard Oil приносила нефтяному магнату 3 миллиона в год. Сегодня эта сумма была бы равна 90 миллионам долларов в год. Рокфеллер не просто обеспечивал нефтепродуктами американскую армию и флот. Он сам начал заниматься производством боевой техники, для которой потом поставлял топливо. Те же самые товары он активно продавал и в Европе, обеим воюющим сторонам.